Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Особые эпидемиологические ограничения в Смоленской области, действующие из-за коронавируса, продлены указом губернатора. Документ был подписан 20 июля. Ранее до этой даты действовал второй этап смягчения особых мер. Теперь же он продлен на неделю до 27 июля. Тем самым остаются под запретом культурно-массовые мероприятия, работа учебных и спортивных объектов. Остается ограниченным и въезд в город атомщиков – Десногорск. Продолжением недавнего визита губернатора Смоленщины в Десногорск станет личная встреча с жителями Атомграда. Из-за эпидемиологической обстановки глава региона пообщается с горожанами дистанционно через свой аккаунт в социальной сети Instagram. Темы для обсуждения десногорцы могут выбрать сами. Для этого надо написать свой вопрос в комментариях к прямому эфиру. Вместе с Алексеем Островским их прочитает и глава Десногорска Андрей Шубин. Начало прямого эфира 21 июля в 17 часов. Адрес инстаграм-аккаунта Алексея Островского вы видите на своем экране. В конце выпуска о погоде. 21 июля в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Температура днем плюс 22, ночью плюс 15. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!